Сегодня у меня новиночка такая с Алиэкспресса будет вставлен вот в этот кожаный чехол Киолина, обзор на который я делал раньше. Вот так вот происходит у него естественное, так сказать, старение, затирание. И вот такой приобретается у него внешний вид. Вот этот чип, вот эта антенна для пропуска сделан. То есть можно телефон прислонять и проходить. Ладно, сейчас не об этом. Давайте посмотрим на коробочку. Вот такая маленькая, аккуратненькая, компактная. Итак, что мы имеем? Сам держатель. Железные пластины в красивом конвертике. Так, сколько же их тут? Вау, классно. Неплохой комплект. Так, это у нас идет как под кожу, мягкая такая искусственная кожа, ничего, приятно штуки. И вот самое главное, это тоненькая пластина, миллиметра полтора, наверное, может миллиметр. Вот она у нас будет, пойдет вот сюда. То есть я сейчас вырежу здесь вот полоску и туда ее вставлю, и будет отлично примагничиваться. Так, вот. Вот так уже все это держится вот таким макаром. И телефон вставляется. Что конкретно по самому держателю? Ходит очень туго, то есть никаких регуляторов, никаких дополнительных механизмов, что соответственно как бы повышает механические качества его. Вот. Это в решетку у нас вставляется. Здесь никаких болтов, ничего не торчит. Очень туго все вот так вот. Но этот магнитный держатель подходит для тех, кто, конечно, использует чехлы. И если вам не хочется портить внешний вид своего смартфона вот такими вот пластинами сзади, то, конечно, этот держатель, наверное, не совсем подойдет, магнитный. Вот, ну. Я думаю, это устройство очень удобное будет. Вырезал я вот здесь вот такой вырез. Так вот немного. Как сумка кенгуру получилась колхозненько, но нормально будет. Зато телефон не будет царапаться. И туда это дело попробуем вставим. Так делать не обязательно, естественно. Но я посчитал, что вот так вот будет правильно. Так. Теперь немножко подденем вот это с этой стороны. Ну вот, все, можно на хирурга идти учиться. Со временем, я думаю, прижмется, приляжет вот так, и будет хорошо. Так, ну что, посмотрим, как он. О, вообще очень плотно держит. Так тяжело удержать руками, сразу примагничивается. Оно прижмется, и совсем эта пластинка тоненькая получается. Вполне себе ничего. В принципе, а если клея туда чуть-чуть капнуть, то можно и проклеить вот так вот, будет все. Это вообще ничего не видно. Ну, я так оставлю. Вот. Так, как этот держатель уже смотрится и вставляется в автомобиле? То есть берем его вот этими резиночками, аккуратненько, медленно вставляем, чтобы ничего не поломать. То есть направляем примерно как надо. Берем телефон с ранее вставленной пластиной и прикрепляем. Вот он как влитой здесь стоит. Можно включить навигацию. То есть Яндекс какой-нибудь, навигатор или Google. Яндекс тот еще у нас сусанин. И пользоваться. Ну вот так вот красиво все это. И просто работает. Что имейте в виду, вот есть такие магнитные держатели. Если кто еще не знал. Очень удобно пользоваться.